Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! С вами канал «Делюсь обо всем». Сегодня у нас 5 марта 2024 года, на улице минус 5, холодно. Перец «Д'Артаньян» сладкий. Показывала вам этого красавчика, показывала, как я сеяла его. Сочный, ароматный, толстостенный. В этом году сею побольше перчиков. Хочу сделать на зиму заготовки. Голубцы, готовые с фаршем. Полгода будет прекрасно лежать, заморозить. И у красные, и у белые. Сделать заморозки. Д'Артаньян. Сеяла все семена, их 20 штучек. Посмотрим, сколько их зашло. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 7 штучек не видно. Не видно. Ну, где-то процентов 70 схожесть. Достаточно. И 13 штучек достаточно, потому что я еще перчик буду сеять. Решила еще продолжать сеять. Вот видите, вот тут у него зашли. 1, 2, 3. Тут 3, 6. И вот тут вот семечко не зашло. Может быть, еще пролезут. Холодно. На окнах холодно. Подкармливала их. После подкормки рассада начала набирать силу. Но все-таки помидорчики нужно попикировать обязательно. Перчик идет неплохо у меня. Идет перчик хорошо. Но холодно, как я сказала. Так, это я вот подписываю. У коробочки вот хорошо надпись ставить. Такие вот коробочки из-под печенья, мои дорогие друзья. Очень хорошо. Я сначала хотела в яичных лотках выращивать. Но когда у меня появились эти коробки из-под печенья, я яичные лоточки оставила пока в запас. Мы у них будем выращивать рассаду дынь, арбуз. Пригодится. Ну, очень красиво. Я довольна, что нашла такой сорт. И это не гибрид, нужно обязательно с него собрать семена. Потому что те сорта, которые мне нравились, и помидоры, и перцы, я уже в этом году не могу найти. Это среднеспелый, 120-130 дней. Длина плодика 15-18 сантиметров, толщина стенки 6-7. Это очень даже толстостенный, сочный, вкусный будет. Но прежде чем, допустим, накладывать фарш, нужно обязательно облить кипятком. Проваривать я не хочу, но облить нужно кипятком, чтобы он более мягче, податливый был. Это я потом все буду вам показывать, как я буду заготавливать. Масса 250-300. Красавчик, красавчик, нет слова. Так что еще не поздно перец выращивать. Сейте, мои дорогие друзья. Схожесть очень хорошая. Это даже очень хорошая. Это просто где-то у меня засохла земля. Но они еще через недельки две покажу. Они еще зайдут. Ну все, даже со стенкой 8-9, если в размере больше вырастает, то толщина стенки на 8-9 сантиметров становится. Заходите в гости, буду вам очень рада. До свидания, до новых встреч. Показала вам Д'Артаньяна с схожестью 70, я посчитала процентов, но я надеюсь, будет около 100. До свидания, дорогие друзья. Жду новых друзей, новых подписчиков. Буду вам всегда очень рада. Я на канале остаюсь надолго.